Ну и в продолжение темы. В ближайшее время конфликтных и политических противостояний в Одессе не будет, считает конфликтолог Инна Терещенко. По ее словам, конфликт сторонников и противников Евромайдана стал более умеренным. Сейчас люди хотят спокойствия. Они стараются сохранять стабильность, несмотря на то, что в городе случаются взрывы и проходят радикальные марши. Несмотря на напряжение, которое вызвало как бы, вот, в городе, который ориентирован был все-таки на толерантность, и правые идеи, они не всегда, или радикальные правые идеи, не находят такого широкой поддержки в городе. Несмотря на это, как бы, мне кажется, что нет основания как бы, беспокоиться, волноваться и говорить, что у нас сейчас будет ситуация активизироваться. Также Инна Терещенко отметила, что одесситы чувствуют себя в безопасности. Не последнюю роль в этом играет и новая патрульная полиция.